Вы начинаете матч с 10 золотыми. И падает 2 мусора. Но Не, вот это интересная аномалия. С 10 золотыми начинай. Демоны, звери, механизмы, наги и лема. И под этих я бы взял, наверное, смерта. Хотя под именно эту аномалию, вот этого, наверное, надо взять. Давай возьмем. Попробуем, посмотрим, что это. Это что за ник? Это что за... Это кто? Вот ответьте мне в чат, кто это такой, кто меня снайпит? Кто это? Кто это такой? Реально 10 монет, я могу апнуться сразу вторую. А зачем, если я могу... Обилку сделать. Ну, все апаются. Все рашат таверну. Я тоже рашану разочек. Блин, надо было закинуть. Ладно. Я просто не успел прочитать, что карты делать, поэтому я ее взял и поставил. Но я еще не все карты выучил. В третью рашат. Получает 1-1 и провокацию существу. Капец, интересная аномалия, да? Согласись. Вот два харчка. Божественный щит, когда вы применяете заклинание, получает плюс 1 к атаке. Зачем? Почему он 1-1 и в третьей таверне вообще? Но опять же, можно прорашить. Но у меня обилка норм. Могу трепет сделать сейчас. Да успеем прорашить еще? Так, я пытаюсь выучить все карты. У меня вроде получается, ну вроде получается. То есть сколько аномалий, столько, как это сказать, и не игра, как это? С каждой аномалией нужно уметь играть, их 50 штук. Это сколько надо учиться, чтобы на всем уметь играть? А? Так, получается... Я бы не хотел вот трепеть сейчас. Или зафигачить. Ничего не буду продавать. Не хочу затреплеться, зачем? Лучше две такие карты, чем одна большая. Зато каждый раз заходишь как в новую игру. Понимаешь, Hearthstone, конечно, игра интересная, с одной стороны, да, то есть, ну, красивая оболочка вот эта вот, то есть, ну, тут красивые вот карточки, да, а с другой стороны, внутри-то все то же самое осталось. Вот это взял. Монетка. Что это? Когда это существо атакует, но распределяет свои характеристики так, чтобы выжить с одним единственным здоровья, если это возможно. Брать ее новую карту это или нет? Или просто урзу лучше взять? Вообще я бы дрон взял. Реально, тупо через мехов сыграть. Офигеть. Или Буяна сделал. Что вообще происходит? Может, Буян скопируется? Отлично! Нафиг мне Буян, я пока не понял. Ну, отлично. Так, пока ничего не делаю, это сейвлю на следующий. Спокойно. Вот это на этап катка еще пойдет. Офигенная аномалия, все красиво. Монетка это новый баг, когда трепет собираешь. Вот эту красотулечку взял. Вот эту красотулечку поставил. Стриплетиха у нас нашлось. Ну, опять это существо... Ну, это вообще... Мне, эта карта, мне кажется, в принципе, если в начале игры, то она всегда берется. Ее чуть-чуть подзабафить, чтобы... Ну, просто чтобы было. Вообще красиво. Вообще красиво, слушай. Ну, опять же, можно под буян что-то взять, но это как будто лишнее. Получается, вот это сюда кидаю. Вот это, получается, сюда кидаю. Вот это вот сюда кидаю. Это, кстати, тоже мех. Ну и все пока что. Пускай стоит бафается, сейчас апаемся, оттуда что-нибудь найдем. Аномалия, начинаете с 10 монетами. Ну, я вначале вообще растерялся, как играть, я не понял. Там же вначале 5 секунд дают для того, чтобы ход сделать. Вообще не понял. Так, это не надо, вот это надо взять, да? Это левела по-любому. Это по-любому кидается куда-то сюда и...
Можно поставить вот это, в принципе. Ну, да, наверное, поставлю вместо этого. Бран не нух... Хотя, посмотри. Можно сыграть вот так, взять Брана и взять этого дракона. Под этим демоном это прям имбище. Пожирает трех существ Таверни, получает их характеристики. Ну нафиг мне это надо, если я могу просто мехов выйти. Почему у него ник Вади XX? Кто это такой, реально? Ну, без шуток, кто это? Это из чата кто-то? Стрим-снайпер какой-то или что? Ну что это, посмотри. Вот, вот, кто это? Я и так стараюсь все карты читать, но я не все карты читаю. Оп. Это просто имба, нечестно. Ну, нечестно. Новый Лерой. Новый Лерой и еще Лерой обычный есть в игре. Вот это, кстати, нормально такое. Не, неплохо, молодец, отлично пойдет. Ну-ка, вот сюда, оп. Скрипт. Как же там сгорело, наверное. О, о, баг вернулся. Типично баг, этот баг всегда, когда обнову выходит. Когда чел фидит, он два раза подряд фидит. Так, идем дальше. Ну, я не знаю, если сейчас вот этот монет выпадет, у меня просто горит. Так, пойдет. А что он в трепете делает? Два раза забой бьет. То есть, низ со ветра, если в него кинуть, вообще топ будет, да? Прикольно. Так, из этого, в принципе, мне ничего не надо. Ну, возьму вот это. Че тут? Омега-крушителя вернули в игру. Взял. Ну, что-то как-то ничего не приходит. Дуэт надо брать. А что, может, Экзодиуса берем? Реально! Экзодиуса брать, алло. Нормальная тема? Через омегов, через всю фигню как надо. А тут номи собирается жестко. Что за фигня? Когда вы применяете заклинание, получает бы божественный щит, не стоит или токсичность. Или. Он на следующий день пропадет. Онлайн на стриме только сегодня такой. Надо все брать и в экзодию выходить. Продал. Я думаю, что омегу сделаем вот так. Надо карту конца хода найти. Хотя фигню тоже надо поставить. Карты конца хода нет. Но омега-крушитель, в принципе, вот, ну, когда вот последний раз он был в игре, не супер имба экзодия была. Редко собиралась. Ну, поэтому нафиг все и убрали. А теперь добавили обратно. Все, Харстоун умер. Отлично. Перезаход. Я выиграл, проиграл. Я выиграл? На 8. Как? Карту конца хода надо. Вот эта карта, кстати, тоже конца хода, это интересно. Начало боя призывает копию этого существа. Элем 5-6. Мусор. А чё-то вообще ничего нет. О! Давно не виделись. Нифига нет, смотри, а роли ничего нет. Ну такой есть. Я хочу в экзодию. Топ-1 по хп, кстати, сижу. Но сейчас вылечу нафиг. О, сейчас хоть посмотрим на седьмую карту. Какую он там нашел, седьмую карту. А, мне кажется, я представляю, какую он карту нашел. Я представляю, что он там нашел. В целом. Подожди, а девочек же убрали из игры. Которые 4-6 были, или какие они там были. Существа в таверне получают 10-10. Но я так и думал, что он эту карту нашел. Девочек же убрали, которые мехов призывают, да? Получается, нифига не получится, да, экзодию сделать нормальную, ну, полноценную. Я просто только сейчас об этом подумал. Ну, там возьму. Ну, а мешку все равно собрать хочу. Или вот, вот такую тему собрать. Триплет. Отлично. Я так понимаю, что это перед вылетом, походу, на 30 меня сейчас могут вынести. Что-то стрёмно стало. Да, Кангора. Огнетоп как будто здесь неплох. Но его как будто ставить просто некуда. Давай вот так. И в омегу жестко вот так засунем. В омегу. Этот сюда. Этот типа... Сюда, этот предпоследний. И вот так.
Оп. Вот это мне очень нравится. Это, мне эта карта напоминает как будто какого-то Гара. Гара, который... Неприятно. Гара, который в начале игры приходит, ну, во второй таверне. Она же реально, вот какой-то 11-й ход, она здоровенная. Просто сидит и лемов собирает. Отлично, отлично, отлично. По-моему, топ-1 здесь будет очень сложно занять. Мне не пришла карта конца хода, но она все еще может прийти. Триплет. Триплет. Сначала вот эту тему поставим. Посмотрим, что тут. Змей это взял. Ну, может, придет. Этого некуда уже. Ривендейры стакуются, да? Не нравится мне мой стол. Зато она маленькая, интересная. Так, я ж тут не вылетаю, я надеюсь. Вроде не должен. Опять, опять, опять. Главное, чтобы не было бага, как это обычно в обновах бывает. Когда матч начинается и все вылетают. Так, две штуки пришло, там наги. Пипец мне, это что? Когда атакует, наносит урон, равный своей атаке еще одному случайному существу противника, зверь. Ой, что, я вылетел, что ли? Ну, его как будто и смысла не отсейвить, потому что мне он сейчас отсюда придет. Все, пипец мне, ласт ход. А давай жестко два ривендейра соберем. Ну тут пипец, да? Ну слушай, в этой ноге получается какой-то смысл есть. Выглядит сильно. Как он вообще это собрал? А я тут... Это что? Это чё? Сколько он засунул их туда? Так я не вылетел? Я даже выиграл? Зачем тебе дектрекер отруби? Я без него не могу, я привык к нему. Если вам где-то в телеграм-каналах будут обещать, типа, за пару тысяч рублей сделать какой-то пропуск, не ведитесь, вас кинут на деньги. Мое дело предупредить, а дальше... Дальше сами. А что там было? Насколько там страшный стол был, я уже забыл. Ну и ладно, будь что будет. А мегакрушителя я вообще первым поставил. Да, продадим его. И еще одного. Чисто 5 ривендеров, новая экзодия. Видос назову новая экзодия. Два золотых ривендера, новая экзодия. Пипец дизов будет. Но я надеюсь не поставят, надеюсь лайков влепят. Но вообще у него особо ничего не изменилось. Ну, смотри. Бан. 50-50 тупо из единички. Чат, я сильный? Я думал это последний ход. А я сильный оказывается. Что, это топ-1 может быть? Ну, рано говорить, но может быть топ-1. Так, взял. Можно еще каких-то пару карт взять. Для того, чтобы в теории собилки еще один ривендер бы пришел. Жирно, да, получается? Типа, возьму гулю, чтобы он не нашел. И возьму 3-2, и сейчас еще что приходит? Еще блокобот приходит. Ладно. Ривендера поставлю. С триплета. Новый зверь какой-то. Мне арт не очень нравится. Выглядит как будто какой-то скин из доты на какого-то персонажа. Все. Оценка стола, чат. Так. Ну, по-моему, у меня хорошие шансы тут. Если он, конечно, ударит в нужную карту. Он ударил в нужную карту. Ура! Новая экзодия, в скобках старая. Без учениц Кангора. Ну и ладно, как бы. Я же выиграл. Выиграл. Плюс 300 легкие. Все, Ютабу привет. Лайки ставьте, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Колокольчики, беседу вступайте. Кстати, в Дискорд в описании ссылки есть. Если кто не знает. Отличная катка.
идеальная ютабная катка в новом обновлении.